Всем привет! Сегодня мы играем в World of Tanks. Да, это, наверное, первое видео в мае. Неважно. Но, наверное, вы все знаете, что произошло. И мы одни из первых, что это сделаем. Ну, если вы не знаете ни о чем, сейчас вы посмотрите. Было обновление 1.0. Да? В марте. Но в мае... 1.01. Да, именно сегодня. Именно сегодня. Ну и теперь мы протестируем это обнову. Мы одни из первых, кто в нее поиграет. Да, 1.01 уже здесь. Если что, видеообзор обновления я уже смотрел. Итальянские танки тоже. Мы попробуем все... Что? А тут... Тут что, еще нету? Тут что, еще линии фронта нет? Вот дела. Ну что, зато итальянские танки есть. Стоп. Я его не покупал, но уже у меня есть. Окей. Алло. Италия. Секретушки Италии. А где же этот танк? Халактус, Рабактус. А где... А, акция может. Да ладно. Фиас 300. Когда прангарик? А где хоть он? Это здесь. Не в сети наш пацан. Фиас 300. Ну да, у него самая точная пушка, наверное. Давайте проверим 45. Посмотрим, что это. А что? Система дозарядки. На систему дозарядки у этих танков всех. Тут много чего. О, можно способности будет делать. Дайте-ка лампуль. Будем переодевать этот экипаж на всех. Я прям не знаю, как мы будем. Мастер тарана. Мне показалось, уже мастер танка. Конечно, мы не для этого сюда все пришли. Но все-таки. Все-таки давайте ради веселья покатаемся на этой машине. Италия. Ничего, зато провинция. Зато провинция появилась. Жаль, правда, что у вас доступна провинция с 4 по 10, что мы на этом Фиас 300 не попадемся. Просто не знаю, как там назад на Фиас 300 по приколу. Его даже в ангаре у меня нет. Ну, у вас в ангаре. Ладно, поехали на итальянском танке. Фиас 300. Или Фиас 3000. Как он там? Нифига. Все абсолютно на этом танке почти. Абсолютно все в этом танке. Абсолютно все. Напишу с обновлением 1.01. Абсолютно. Фиас 3000. Так точно. Нет. Эта перезарядка у него маленькая. Бессмысленно. А почему бессмысленно?
Я правда не знаю. Я правда не знаю, как писать это все. Съемки типа. Ну просто не делать этого. Трам-пам-пам. Рисунок точно орудие игры. Как говорили. Ну ничего, посмотрим. Мышь все проверяется. Италия. Итальянский там. Итальянский. Кто сказал, что это самое точное орудие? Даже на вот этих ЕСУ, от всех этих танков больших попадают в эту шляпу. Этот танк даже в шляпу попасть не может. А он-то? Это нечестно. Что, я поехал отсюда? Я подрал. Сейчас надерем ему драников. Во. Эй, ё. Ну да, так себе танчик. Танк. Так себе. Так себе. Ну, что я могу поменять сказать? Быстро. Что я могу о нем сказать? Быстрый, наводящийся. Маложизненный, точный танк. Фастрый срок. Ну да. Конечно, плохой танк, но не важно. Какой плохой? Я дозарядку хочу себе. Надо еще дойти до нее. Хенцер. Давай на провинцию. Все будет лучше. Мураванка. А почему не провинция? Провинцию хочу. Итальянские танки. Провинция, линия фронта. А где линия фронта? Нигде, правильно. СССР. В той команде врага. Ай, ну провинцию хочу. Может, тренировки поедем на провинцию. У меня перезарядка 0-0. Хе-хе. С обновлением ваш... Если вы давно не играли в игру, последний раз 30 апреля, зайдите в нее. Тут обновление 1.0.1. Стоп! П-43 это ж итальянский танк. Как он так быстро его заполучил? Или ты читерил? У П-43, видите, знак Италии. И вообще, я смотрел, П-43. Да блин, значит, у него денег много, опыта свободного много, что ли. И денег, видимо. Видимо, и денег много, и свободного опыта. Что за зара? На-на-на-на-на. И накачался 1000 там. Завидеть. На таком аккаунте. Стоп. Да вы издеваетесь, там еще один 4-й уровень Италии. Да. Но. Напишу коротко. С
обновой. Коротко. И коротко, и понятно. Там видят. А, там, где ты видишь мертвого танка, это значит мертвое место. О, Италия. Проверю. Покажи свою силу, Италия. Ну же. Да ёб. Тебе еще кумулятив возьми. Еще кумулятив-то возьми, а? Кумуля светодиод, а? Патроны тратят мне, вот это. Ну, только не КВ. Килобайт этот. Извините, КВ, что пожаловал к вам. Ну, тем более. Нам вот цель. Да блин, я нечаянно выстрелил. Нечаянно. Я не нажимал выстрел, я нечаянно. Да блин. Все, у нас минус 12 тысяч. Думал, скоро будет. Ну нет. Что стрельно хотел бы средний удар добивать. По 43. Ну блин, мы, конечно, потратили 9 тысяч на зарядку. А на пополнение жизни. Типа снаряжение мы, конечно, не используем, но тем более. Не хочу еще один патрон тратить. Видно, все красное. Там одно место эффективно. Не. Я ютубер. У ютубера только победа, победа и перед лицом победа. А у итальянских танков, конечно, тоже может победа, но ютубер не важно, как на немецком, на чем-нибудь. Все равно ютубер главнее. Победа ютуберу. Нет! Снова пухой поедем. Можно в линию фронта сыграть. Я как раз 8 уровень. Альт. Парам-пам-пам. Оверлорд. Оверлорд. Шведские танки все. Сек опять там орудие. Че никак нет. Как же почь. Почему никак нет? Новогодки.
Я как раз в Новый год снимаю, напишу. Ничего, барабанчик у меня, конечно, крутой. Теперь пробивать стал больше. 300-400 хп, интересно, попал кто-то под барабанку и умирает. До свидания. Под барабан попал. Т-54 была. Не получай. У него была оболочка. Жидкая причем. Блин. Испугал. Что, меня убить хотят? Мой кот хочет меня убить. То же самое. То же самое, что и мой кот хочет меня убить. Брайан. Ну, не хочу так сразу с жизнью прощаться. Может, и пожертвую жизнью. Но зато убью его. Т-10. Ничего, огонь сейчас приготовлю. Ой. Ой-ё. Курьё. Старьё. Тихач. Я каждую арту боюсь. Блин, арты все по меня целятся. Все арты на меня прицелились. Раступа. Держит меня в цели. Убейте Мишу, вам дадут 20 миллиардов. Даже больше. Конечно, серьезно, я сдохну сейчас, если правда. Но может, если удачно, у меня... Да, хватит мне барабанчиком снести его. Мне барабан хватит, чтобы снести этот танк с жизни до смерти. Блин, не убил. А барабаном мог застрелять. Ну блин, у меня новая пушка. Ну, урон. У меня же когда-то было 320 урона. Вот это отлично. Давай еще раз так. Бомбани на 300. Тут у меня пушка 300-300-400. А тут она сносит 200. Что ей? Просто хоть раз. Ну хоть раз, ну хоть последний будет, ну хоть первый, ну хоть раз нужно попасть в провинцию в этом бою. Как-то мы это одни как обзор обновления. Как-то ничего особого не принесло, кроме итальянской ветки. И вот все ездят на этих итальянцах. На пятых уровнях. Даже шестой итальянец есть. Еще седьмого сделайте. Ну, хоть ты. А
Хоть раз попадем мы с вами в провинцию. Чесался правая дырочка, теперь левая. Седьмой. Все, мы сдохли. Седьмой уровень, тревога. И, знаешь, что? Ну, мы сдохли, что? Тревога. Не очень много поздравляю с ним, только сегодня вышел. Что скоро оно есть, обновил его на легкоатлетике, пошел к легкоатлетике. Что я делаю, сами видите. Сейчас прям шаеву на там. Т-34 стона брона, и там типа вся такие танка. Это на нас едет Т-34 стона, это конец свету. Я помню сразу, мышка пик-пик отрывок. Великий потоп, это конец свету. Разведка. Разведка, тут этка. Давай, Т-34, выезжаем, объезжаем. И правда, не очень удачно получилось. Уактит-шира-мяу. Я сдохну. Но я пробил его на кучечке хп. Мне просто союз за жизнь спасли, союзники. Любимые причем. Я просто на тебе, ты! 481 хп, ее добили. Т-34-100, лучше не надо. Может не надо? Нет, не на меня. Нет. Может я и мешаю, но не на меня, пожалуйста. Огонь видите? Видите на других. Например, на Т-28 МТС. Он убил, во-первых, двоих. Во-вторых, он крепкий. Вы его нифига не пробьете. А меня его легко пробьет. Что меня отбить? Но все равно я поеду на вас с этой стороны. Уактит-шира-мяу. Не очень получилось. До свидания. Я нечаянно к вам заехал. Ладно, я знаю, что я сейчас умру. Наша любимая смерть, которую мы нафиг ненавидим. Ну что, зато мы же там 800 хп сносили. Ничего, норм. Надеюсь, доступен МХ, да, доступен. Сразу возросло желание ездить на них. Пробивать стал больше, средний урон больше стал. С одного 1-0-1 вам. Еще раз, так вот в каждом писать. Я даже десяток стал пробивать. Ну, еще ни разу не пробивал, десятку пробил. В этом плане, наверное. Внимание на едва. Совсем тем не слушаю. Потом на едва. А едва это. Да, у меня. Туда и поедем. Да, я прочненько. Когда-то на большой скорости ударился, я 8 уже нифига не страдал. Как же так он? Так же, как и он. Только вот минус в том, что зарядка большая-пребольшая. Если потом потратил врага 1 хп, у тебя тоже 1 хп. Он на тебя едет уже за дымку, у тебя перезарядка 20 секунд, надо сделать больше. Поэтому это как ПТ нужно использовать, но я на тебя вблизи. Жду перезарядочки. Хорошки.
Может, не надо выиграть? Да, я же 3 союзов не буду, чтобы десятку. Такой челлендж. Типа, смогу ли я пробить в бою десятку или не смогу все же? Если не смогу, то ничего. Если смогу, то благодарность. Ну, просто выстрелочек. Ой. До свидос, сэр. Так и знал. Жаль, что аптечка не волшебная, которая будет танк восстанавливать. Вот такую аптечку создать нужно, не знал, каким быть. Ну, суперсильным это точно. Ну, это крутой танк. Ну вот, челлендж выполнен. Десятка пробита. Вот как только мы видим, что он стреляет, заприметил кого-то, сразу едем. Он же не будет там 2 секунды перезаряжаться. Видим, летит в нашу... Ой, арта. Бомбанул. Когда мы слышим выстрел арты, то я знаю, что надо лучше назад ехать или вперед. Тут сложно угадать, куда это. Но я лучше бомбанет тебя, убьет от центрифуга. Да, нужно помнить. Просто... Такой неожиданный сюрприз здесь стоит. Здорово, никого не бух и убивают. Т-50. С какими-то там пятерочками. Т-90 с пятерочками. Объект 75. 75, 75, 705 на самом деле. Блин, вот убью ту десяточку. Там же 10 уровень. Вот убью тот 10 уровень, который ПТХ там стоит, убил Т-95. Тогда вот поеду на объект. Не страхово так есть. На десятку. Может, лучше я ее оттуда объехать, куда СФ поедет. Я больше его вариант поддерживаю. Может, спереди она решит как раз в укрытие пострелять. Вот. Сразу 700 стали бить. Ну, ты, конечно, да. Ну это, конечно, лайк, пацан. 3-9 счет. Ну, если ее чуть-чуть повредят и не будет стрелять больше, сломает ружка. Уху. Десяточка. Блин, а я, может... Стреляем по барабану. Ну, блин, барабаном мог попасть. Блин, барабаном мог. Мог барабаном. Ничего, зато сегодня побомбил. Давайте еще 5 боев или 3. Тут 4 было среднее. 4. Сейчас опять поедем на МХ-50, 100 там 3 врага. Давайте готовься уже нажать, наверное, заветную кнопочку.
Ну, так. Знаете, последние четыре боя будут победными. Или только последним не сделать победу. Ну, Карел, ну да, Энкс, хорошо, ну, пожалуйста, ну не Энкс мне же. Ну не Энск. Мне же нужен провинция. Последние четыре боя. Провинцию дайте. Окей, дайте жгучкой. Провинцию. Всем пофиг, не то, что я пишу. Вообще не буду больше писать. Потом всем пофиг. Давай хочешь систему заряжания добавить в магазин. Да зарядка барабан. Ты что толкаешь? Четыре хэра. Ну, раз такой толкалка, значит, ты умный. Дайте ко мне про... А, 115 урона. Ты что, фугасом стрелял? Это, ну, чёрт, бронированный фугас. Ну, блин. Значит, не дело. 54 там. Я буду этот план посмотреть. Стрелять арты по нему. Дрэки некоторые, смотри, по тему солнце душ, а сами не стреляют. Нифига! Да, враги 1-10. Отличный бой. Мне еще кого-то это убить надо в этом бою. Да, я правда, да, боец. В этом бою по-нормальному. Ну что, может, мог убить, типа? Ничего. Ну, сейчас.
сейчас на нас посмотрит наша собака. Которая меня лижет. Ну, лайки. Ля-ля-ля-ки. Наверное, мы теперь все видео будем играть на MX50-100. Это видео для MX50-100. И опять десяточки. 2 из 100. 2 из 100. Хм. Это интересно. Что ж тогда будет? Истребитель танков. Это берется вместе старый. А что если 6-й к нам повезет, у него типа портал, который 2 хп, я просто бух кассетами. Да, у меня пушка новая. 50 секунд, а уже передать. Урон 300-400. 300, такая палочка, 300-400. Ну ладно, напишу. Последний раз. Все, этот бой еще 2 и все. Конец видео или конец света. Конец свету, 2 и 100 сразу. Конец свету, 2 из 100 сразу приехало. А им тоже конец света. У нас тоже 2 из 7 сразу приехало. Вон битва. У меня такой танк, чтобы объезжать и сзади палить. Там у них вот этот премчик. Премчик. Ну что, кассетами я любому могу валять. Сначала перезарядка очень долгая. Если те, кто впервые просто видит эту игру и не знает, что такое кассета, это типа такое. Перезарядка очень долгая, 50, например, секунд. А потом снаряд 2 секунды, снаряд 2 секунды. И так сразу можно замочить 2 танка одной кассетой. ЛТБ, остановись. Вот застрелить бы этого беглеца, сбить гусеницу и застрелять кассетами. Как же ты меня достал, ЛТБ? ЛТБ! Как же ты меня достал уже? Гоняешься тут, валишься. Просто сбить гусеницу, остальные патроны. Бах-бах-бах. За 3 можно. За 3-4 патрона можно стрелять. Если, правда, по 300. Если по 200, то все равно 200 просто так не бывает. Даже минимального такого урона нет 200 в этом танке. Может, некоторые даже минимальный урон 20. Некоторых танков минимальный урон 500. Блин, отличный бой. Все-таки будет. Все-таки я. О, нет. Сколько я хоть заблокировал урона? Листошку я вряд ли куда-нибудь так пробью. Пытайтесь не потерять меня из своей команды. Ну, тогда еще 3 боя. Я еще подскажу, не такая карта, не вот так, какой куда пойду.
куда? Боец идет, воюет взвод. Перекинь потом меня за командиром. Кстати, вы сейчас на съемке. Мы с вами видашку снимаем. У меня тоже есть MX-40. Ну, если написать «сё», получится «сёмки». Если так, ну, «сёмки». Разделите на мягкий звук. Ах, по школе рассуждаю. Стоп, а что-то поддержите огонь по союзнику. Странно. Странно. Я истребитель итальянских танков. Это мне только средний урон. Так же, как у тебя и ХП. 26-40. П-26. Пропустил. Отмотаем назад. Назад, я сказал, отмотаем. Вот. Отлично, отмотано назад. Даже шансов ему не дали. Вот 3.40 и влетает. Шо, заметил? П-26-40. И моя смерть близко. Все. Передом быстро. Быстро передом. Понял. Я стою передом. Понимай? Я передом стою. Я не хочу двигаться с места. Ворот. Надеюсь, не убьют. Нет. Если убьют, то понял. Хоть выжил ты. При этом страшнейший поворот. Ёлка, однако. И однако поворот 40. Меня какой-то стрелял. Если этот, то он сейчас получит. Если не этот, все равно получит КВ.
Устанавливаем двигатель лучше для улучшенной езды. Когда я помню, что с обновлением 1.0, теперь с обновлением 1.0.1. Превью. Превью, ха? Превьюха, превьюха, ха-ха, превьюха. Йодоль, а мы их нет. Убить 102 раунда. В любом случае, даже если меня на мыть 50-100 убит. 2 раунда. На щенке. А я закрою глаза. Тихо. Фьорды. Ту-т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 у
Оно принимается в скиану Истри. Новую команду. Оно. Ничего. Главное дожить до перезарядочки. Главное. Дожить до нее. Сначала все было 3-2, там хорошо на Энске, и вдруг потом стало 5-12-3. Ненавижу этот счет. Когда меня убивают в вражескую пользу 12, понятно, мне ничего не пойдет. Но когда 12-3 в нашу пользу, то жаль, 12-4 становится. А вот бы так и перезаряжалось сразу 6 патронов. 2,7. 2,7. Смотри, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7. Там. Выстрелил, может, 1800 выстрелов. 1800 урона настрелял. Там сразу 2 секунды 7. Опять. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Я-то мне не хочу, правда, ехать. Ты 4 не ору. Не ору я. Я не ору ни на кого, правда. Хэй. А меня не нравилось. Ты хоть полностью тебе? Ты полная была? Са. Не полная, не полная. Да. Да, не полная полоса жизни. Не у всех, почти не полная полоса жизни. Ну, вот это. 4 хайвы, конечно, полная полоса жизни, но... меня, ну, полная тоже. Да! Я знаю этот танк. Он 1400 хп может снести. Дело. Ну, ля-ля-ля, мы убьем. Нет. И вот это. Дело очень серьезное. Т4 хэви, Т5 хэви срочно истреблять нужно. Да, главное надеяться, что у него пушка стоит, которая 600 с устроена. Ну, видимо, 600. Что-то видно. Что он имущный. Ну, или он. У него тоже 8400, я не знаю. Ой. Еще борты не хватало как раз. Т4 хэви. Ты с полными жизнями. Ты должен его сделать. На, блин. Организатор.
как только хоть, может, двоих из них, может, одного из них. Ну, если одного из них, то Т5 хэви. Убить, то можно и... Т5 хэви, это опасно там. После... Его обязательно перед выездом убить должны. Давай. Т4. Ты должен что-то сделать. Так. Сводит зато. Я молчу, потому что нас сосредоточится. Привет. Сорновый 101. И, кстати, ты у меня на Ютубе на съемочке. Мы тут с тобой снимаем. Блин, я даже не заметил, что на краю стою. Полина, мы полетим сейчас на облака. Вот это мы сейчас на облака полетим. Т4. Дело в твоих руках, Хэви. Что я тут Т5 Хэви не пробью. Может, и пробью завтра. Мне нужно быстро переехать, и Т5. Т54 я один убить. Он может сзади подъехать и угрозить. Но я зато уничтожил его. В расчете, да? В расчете. Вы убили противника и убиты тем же противником. В расчете. Называется. Вы давайте стреляем. Да, у него нет просто выстрелов. Ничего, не стреляй. Спит. Досмотрим уже, кто как. Стреляем. Ой. Не уничтожил кого-то. С Эдисом. Эмиля 2. Сносит. Который не выжил. В кого сейчас пальнешь? Давай, добивай. Ну, ты ж, я знаю, барабан. Твой танк. Что, пошло это вот 2-0. Иисус, 152, кстати, за него тоже ставочки. От 5 сбоку. Иисус. От 15 сбоку. Опа. Семьдесят 3%. Ветеран уже попадали. Но это долгий был. Не в игре, что ли? Вот.
Забывай, почти что я даже сижу. Вот. Васешка. 50, 155, 55. И под конец наше любимое утопление. Ну так можно сделать. Смотри, танк хочет сел в воду, сейчас хочет вылезти, но ему разбивают гусеницу, он просто это и тонет. Давай, давай. Да, все равно. У тебя есть шанс, да. Ну, конечно, орудие не повредил, сейчас сдохнет. А может и сломал. Ура. Ука. Нет, 1,25 очков. Ему золото. В расчете сейчас будет. И это обычно тараном у меня так случается. Ну и да, конечно, наши любимые десятки. Еще мне хватало, чтобы тут Екпанцирь был Е100. Последний боёк, самый удачный. Должен. Что видео получилось долгое, не важно, потому что мы не такой долгой силы. Я не считаю время. У меня тут не написано. Ну вот когда нет камеры, сложно понять, идет видео или нет. А когда есть камера, как сейчас, тогда видео понятно. Камера есть, видео идет. Камера зависла, значит видео, что проблема. Иногда бывает, что видео дальше идет, но камера не двигается. Ну, а иногда бывает, было такой раз, видео снял, может, на 40 минут, а там камера не двигалась и снял штук 50 сек из всего. Прикиньте, как жаль. Ну, бывает. Блин, я сразу не туда поехал. Я могут убить. А сразу их туда, куда надо, обдумать. Вот для чего ему зовут этот счет, для чего бой. Но все равно ему его не очень достаточно. Мне его наоборот много. Ну, где-то как ПТ. Подождите минуточку. И снова с вами, как Авунчик говорит. Ничего. Последний бой должен быть всегда удачным. Башня ржала у нас. Ну да, и вот динамичный бой, загрязнение танков увеличено в 1-0. Но не в 1 же 0-1. Поэтому это 2-3 места назад было. Ну давай. Башню внесу. Жалье такое. Слышь, на, чё, баклажаны, а? Опять выполнено то, что я. Ну, я не говорил в этом бою это сделать, но сейчас выполнено то, что в прошлом говорил. Пробить десяточку. Теперь у меня пушка более пробивательная стала. Более пробивать стало больше. А пробитие это хорошо, как и урон. Самое главное двое, это урон и пробитие. Если все очень хорошо, то эта пушка вообще не убивает. Крутая. Он даже не знает, что я хочу у него убить. Планирую.
только. Пока только планирую. Но еще неизвестно, получится ли у меня это сделать. А я пока уезжаю. И заезжаю вот сюда вот. Что, не ожидал я тебя в другом месте? Так же и твоя смерть. Если мы так и дальше будем играть, то мы, может, и первую степень набросим на себя. Ничего, третья степень была, вторая тоже будет когда-нибудь. Может, уже перезарядку новую делать? Блин, там. Я знаю эту арту самую мощную. СТ-100, типа. Сейчас перезаряжусь быстро. Надо перезарядиться. Это же последний бой. А тут только две. У нас два снаряда. Лучше на 6 сделать, поэтому... Прикройте, пожалуй. У меня... Ну, напишу, что у меня 33 секунды заряда, перезарядки. Поэтому прикройте. Прикройте, пожалуйста. Правда, нет никого. Хочу изучить его. У него что, нету пробиваемых мест? Блин, базу могут захватить. Блин, базу. Вот на таком отличном, идеальном бою мы можем проиграть. Да не смешите меня. Вот так и слив неожиданно бывает. Давай, стрельнет. Да. А нет. Не слив, но все равно еще два. Блин, парни, валите. Нарушьте. Блин. Вот ты, блин, а. Лучше в более безопасном месте стать. Теперь есть. Теперь он восстановлен. Вот на такие удачные бои бывают поражения. Не по захвату. Ну, надеюсь, вам не понравилось. Ну, ладно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Понравилось 1.0.1. Ну и, конечно же, всем пока.